Партнеры проекта – база пиломатериалов, доска почета, Мирмо – мягкие окна для веранды, беседки и террасы, компания «Страда» – удобрения, стимуляторы, защита растений и строительная компания «Камелот». Переезд в свой дом – большое событие. Кому-то это легко, для кого-то – труд. В любом случае, это счастливый день, потому что вы переезжаете в дом, построенный компанией «Камелот». «Камелот» – новый уровень загородной жизни. Доска почета – это база пиломатериалов, на которой можно приобрести в любых количествах все от рейки до строганных изделий из дерева, а также крепежи, антисептики и другие сопутствующие материалы. Доска почета, телефон 457010. Любите проводить время на даче, но приходится заканчивать из-за дождя или ветра? Установите мягкие окна от компании «Мирмо». Мягкие окна надежно защитят постройку и прослужат более 10 лет. Они удобные в эксплуатации и простые в обслуживании. Наслаждайтесь отдыхом в любимой беседке. За мягкими окнами в «Мирмо». Мечтаете, чтобы ваш урожай радовал вас? Подкармливайте его только качественными и проверенными удобрениями. Джой, ваш помощник на весь сезон. Всем привет, дорогие друзья! С вами самый любимый мною и всеми садоводами Кировской области проект нашего канала «Первый городской дачник». Погода великолепная, настроение шикарное, планы грандиозные. Давайте начинать. Ребят, скорее, побежали! Вот у меня Сергей Юрьевич, первый городской дачник. А еще его можно залакировать, и оно вообще будет гладким. С него можно будет даже соскользнуть. Нещадно начинаем натирать на терке. Не жалейте. Ну а вообще, дорогие друзья, стать участником, а возможно даже и победителем нашего проекта проще простого. Берите в руки свой мобильный телефон, переворачивайте его горизонтально и снимайте все, что вы видите вокруг. Например, свою любимую собаку и прекрасных детей. Ну а потом готовое видео отправляйте нам в нашу группу ВКонтакте «Новости Кирова», первый городской канал. Финалистов будем выбирать путем народного голосования. А вот победителя месяца и обладателя чугунной банной печи выберут наши партнеры, компания «Вятский банщик». Ну что же, мы уже ждем ваших видеообзоров. От всей души мы с Бимом поздравляем победительницу прошлой недели Яну Кормщикову. Вы в финале, Яна. Поздравляем. И предлагаю перейти к обзору следующих видеоэкскурсий. Правда, Бим? Чё? В городской квартире тесно, это всем давно известно. Дачу я решил купить, чтобы в ней полгода жить. Взял участок небольшой между лесом и рекой, но чтоб все было по уму, строить надо самому. Строю баню, строю дачу, целый год уже и шачу. Там осталось-то чуть-чуть и можно будет отдохнуть. Сейчас теплицу я поставлю и забор слегка поправлю. Посажу кустов чуть-чуть и можно будет отдохнуть. Целый год кипит работа, сделал новые ворота. Лично скважину бурил, лично патал, кибелил. И среди цветочных грядок наконец навел порядок. Все закончил я, и тут захотелось сделать пруд. Вот так вот, дорогие мои, легко и просто можно построить баню руками своей семьи. Но подумайте сами, как же здорово. Прекрасная погода, свежий воздух. Не хватает разве что вкусного обеда. Между прочим, мой дачный шеф-повар уже готов удивить вас следующим рецептом. Записывайте. Но прежде давайте посмотрим еще один видеообзор. Oh, 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 oh
мы есть хотим. Блин, ребят, вы проголодались. Кстати, дорогие друзья, ведь очень часто бывает не хватает времени приготовить, допустим, обед из трех блюд или долго жарить мясо на мангале. В этом случае на помощь придут быстрые закуски, тренд этого сезона. Кстати, мой любимый дачный шеф-повар Антон приготовил для вас секретики. Готовь нам самый вкусный вкуснятин. Ну, скорее, давай. Партнер кулинарной рубрики – компания «Метро». Привет, меня зовут Антон Данченко, и сегодня мы снова будем готовить. Сегодня я буду готовить так называемую закуску. Закуска, естественно, перед обедом или ужином. Вкусные жареные рулеты. За предоставление свежих и вкусных продуктов я, как всегда, хочу сказать спасибо нашим друзьям из компании «Метро» и продуктам марки «Метро Шеф». Из ингредиентов мне сегодня понадобится сыр, колбаса, лаваш, майонез и, самое главное, приправа. Забираем колбасу, открываем ее и нещадно начинаем натирать на терке. Колбаса натерта, отправляем ее в нашу миску. Бам. Дальше таким же образом поступаем с сыром. Распаковываем его и нещадно натираем на терке. Не жалейте. Преимущество этой закуски в том, что для нее нужен минимум продуктов, а готовится она буквально 10-15 минут. Ну а дальше в нашу начинку добавляем майонез и специи. Сегодня у меня, как обычно, перец кайенский, поскольку я люблю немножечко поострее. За предоставление такой вкусной приправы я хочу сказать спасибо нашим друзьям из компании «Метро» и продуктам марки «Метро Шеф». Готовьте как настоящий шеф-повар. Дальше все очень просто. Раскрываем наш лаваш и начинаем наполнять его начинкой. Нарезаем наш рулет на равные доли и отправляем на сковородку. Пообжариваем по 2-3 минуты с каждой стороны. Получилась быстрая, вкусная и пикантная закуска к чему угодно. Готовьте как настоящий шеф-повар. За предоставление продуктов я хочу сказать спасибо нашим друзьям из компании «Метро» и продуктам марки «Метро Шеф». Вам и себе желаю приятного аппетита. Еще увидимся. Пока-пока. Ох, животы набили, наелись. Можно и отдохнуть. Но недолго, только пока идет реклама на Первом городском. Закаточные крышки крышек надолго сохраняют ваши заготовки. Не гнутся, не ржавеют. Производятся на высокотехнологичном оборудовании. Подойдут для любой закаточной машинки. Защищены от коррозии и прогнивания с помощью пищевого лака. Крышки крышек спрашивайте во всех магазинах города. Всем привет, мои хорошие! Это вновь проект «Первый городской дачник». Я напоминаю, это место, где мы дарим крутые подарки. Например, в июне это чугунная банная печь от наших друзей компании «Вятский банщик». Что-что? Как принять участие в проекте? Да очень просто. Снимайте видеообзор со своей дачи или сада и отправляйте нам в нашу группу ВКонтакте «Новости Кирова. Первый городской канал». Красота! Именно так, кстати, и поступил следующая участница нашего проекта. Вот у меня Сергей Юрьевич, первый городской дачник. Вот еще один первый городской дачник. Мопс по кличке Тоха Суматоха. Лук, морковь, клубнику посадили. Сходим в тепличку. Это кабачки. Их будет очень много. Мы их потом выложим соседям на лавочку. Вот тепличка. Помидоры жируют. Листики обрезала. Перцы, цветочки растут. Замечательно. Вон какие красивые. Красота. Веранда. Тянется этот девичий виноград. Да, господи, скоро все затянет на свете. Здесь цветничок у меня. Пиончики скоро расцветут. Половина вон уже отцвела. Сейчас тигру покажу. Наш дом охраняет всегда тигра. Старинной ручной работы. Вот он. А если вы не знаете, что снимать на своем огороде, то снимайте просто своих детей или своих любимцев. Ну а мы смотрим видео следующего участника. Thank you.
наконец-то наш любимый сериал «Первый городской дачник» подошел к потрясающему моменту. Рубрика «Двое из ларца». Помните, ваши руки не для скуки, а еще иногда нужно сильно пофантазировать, как мои ребята. Антон и Илья, кстати, сегодня они делают дачный шезлонг для полного релакса. Всем привет, меня зовут Илья Кошкин. Я Антон Данченко. Сегодня мы вновь делаем интересные вещи. Что-то мы полезное будем сегодня делать? Сегодня будет очень полезная и очень удобная вещь. Это будет кресло-гамак. У нас приготовлены бруски, я так понимаю, что кресло будет из них и состоять. Все правильно, и две вот такие вот шпильки нужны, металлические. Угу. Начинаем. Погнали. С чего начинаем? Как обычно, с заготовок. Сначала нам нужно с тобой сделать 4 заготовки по 100 сантиметров. Линейка у тебя есть. Угу. 6 заготовок по 75. Угу. 6 по 50. Угу. И 9 по 18. Сейчас с помощью вот такого шаблона, видишь, есть отверстие. Ага. Нужно просверлить с каждой стороны, у каждой заготовки, вот такое вот отверстие. Понял. Если что, размер заготовки 3 сантиметра от края, по центру. Все готово. Что дальше? Сейчас все это нужно соединить таким образом, чтобы 50-сантиметровые заготовки были на сидушке, а 75-сантиметровые заготовки на спинке. Сидушка и спинка. Да, и соединяем. Ножки. Итак, Антон, спинка готова. Сейчас отпиливаем болгаркой шпильку, при этом оставляем сантиметра 1,5-2, чтобы закрутить гайку. И дальше собираем сидушку. Наше кресло-гамак наконец-то готово. Вот так только, вот так. Да, сейчас с него можно сесть, посидеть, отдохнуть и насладиться прекрасной погодой на вашей даче. А еще его можно залакировать, и оно вообще будет гладким. То с него можно будет даже соскользнуть. Антон Данченко. Илья Кошкин. Пока-пока. Любименькие мои садоводы и огородники, позвольте напомню, что на этой неделе за выход в финал поборются сразу 4 участника. И именно вы можете решить их судьбу. Сразу после выхода нашей программы в группе ВКонтакте «Новости Кирова. Первый городской канал» мы откроем честное народное голосование. Ну, пожалуйста, пускай оно на этой неделе будет честным. И именно вы сможете решить судьбу победителя и финалиста этой недели. С вами была Оля Бакина. Пожалуй, на этом на сегодня все. Увидимся, как и всегда, в субботу в 19:00 на Первом городском канале. Ты кукуруза моя, расти, сладкая сахарная. Спонсор подарка проекта «Первый городской дачник» – компания «Вятский банщик». Настоящая баня жить помогает. Баня-бочка от компании «Вятский банщик» по цене прошлого года, только до конца этого месяца. Зафиксируй цену сейчас, а установи баню летом. Запишись на просмотр выставочного экземпляра по телефону 75 42 48.